Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол, это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, матч Южной Кореи против сборной Португалии. Друзья, обязательно пишите в комментариях ваши прогнозы на эту игру, интересно будет потом посмотреть и сверить с реальными результатами. Ну что же, разбираем ситуацию перед финальным третьим матчем группового этапа между вот этими двумя командами Южной Кореи и сборной Португалии. Португальцы одержали две победы из двух на групповой стадии, сейчас занимают первое место в группе H, набрав 6 очков, ну а Южная Корея сыграла в ничью с Уругваем, это единственные набранные очки, вот, поэтому занимают они третье место, делят, можно сказать, третье место вместе со сборной Уругвая. И какая у нас здесь ситуация? Португалия уже точно выходит в раунд плей-офф, но еще непонятно с какого места. В случае поражения там с определенным счетом португальцы даже могут занять вторую строчку, их может обогнать Гана. Если в параллельном матче Гана там кучу голов накидает сборной Уругвая. Но пока мы видим, что к 30-й минуте сборная Португалии ведет со счетом 2-0. Южная Корея проигрывает, и шансы на выход в плей-офф у Южной Кореи улетучиваются, потому что Южной Корее нужна была только победа. В этом случае они наберут 4 очка, и нужно будет сделать так, чтобы Уругвай обыграл Гану. И в том случае, что разница мячей у Южной Кореи будет лучше, нежели чем у Уругвая. А тут еще и 11-метровый ставят на Бруно Фернандеше. И Криштиану Роналду подходит к мячу, но здесь без шансов. Очень хорошо пробил в верхний правый угол. Мощно, сильно. Все как мы любим. Ну а Криштиану Роналду, не забив ворота сборной Уругвая, буквально миллиметрами не дотронулся он до этого мяча. Записали мяч на Бруно Фернандеша. Забивает ворота Кореи, делая счет 3-0. Ну а вот такой вот еще гол Вильяма Карвальо мы сейчас наблюдаем. И на этом все. Разгромная победа сборной Португалии и первое место в группе H. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.